Доброе молочное утро! Завтрак – самый важный прием пищи, так говорят диетологи. И день важно начинать с правильной еды, которая поднимет настроение и зарядит энергией. Сегодня предлагаю приготовить сладкий салат с йогуртом и сухофруктами. Очень простой, быстрый и легкий завтрак. Для салата понадобится 2 яблока. Очищаю от кожуры и нарезаю соломкой. Делать это нужно быстро, чтобы мякоть не успела потемнеть. А теперь хорошенько, не жалея, заливаю яблоки сверху своим любимым йогуртом с бифидобактериями. На самом деле йогурты с бифидобактериями обязательно должны быть в утреннем рационе, тогда вообще не будет никаких проблем с пищеварением. Следующий слой салата – чернослив и курага. Нарезаем на полоски. И снова поливаем йогуртом. Вообще йогурт с бифидобактериями – это идеальная заправка для салатов – фруктовых и овощных. А сколько можно приготовить различных соусов на основе биойогурта? Мой салат почти готов, осталось посыпать его орехами. Готово! И не забывайте, правильная и здоровая пища – это залог хорошего настроения и отличного самочувствия. Не откажите себе в удовольствии. Приготовьте этот замечательный салат. Быстро, вкусно и очень полезно. Для моего завтрака я использовала обогащенный бифидобактериями йогурт «Оптималь» от компании «Савушкин продукт». Ведь «Савушкин» всегда из свежего молока. Приятного аппетита и начинайте свой день с молочного завтрака.